Здравствуй, дорогой зритель! Это видеообращение мы решили записать специально для тебя и для всех тех, кто всячески помогает нашему каналу и партии. Так что, как говорится, присаживайтесь поудобнее, и мы начнем. Меня зовут Артем Маркелов, и я руковожу нашей съемочной группой. Теми ребятами, которые каждодневно рассказывают вам на этом YouTube-канале о нашей партии и важнейших идеях, на которых мы стоим. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто уже помогает нам, и тем, кто посильно делает все, что может для канала в свободное от работы время. И даже во время обеда на работе. Потому что иногда хочется внести свой вклад, а свободного времени так мало. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, дорогие друзья. Я хотел бы сказать вам спасибо за то, что вы с нами. За то, что вы нам помогаете, распространяете наши ролики, читаете и смотрите нас, помогаете финансами. Мы с вами вместе ведем очень тяжелую, неравную борьбу за общественное сознание, за сознание каждого человека. И в этой борьбе, конечно, важен каждый зритель и каждый распространитель. Поэтому большое товарищеское спасибо за то, что вы остаетесь с нами, за то, что вы помогаете каналу Ротфронт, помогаете нам распространять правду. Большое спасибо! Здравствуйте, уважаемые товарищи, зрители канала Ротфронт. Благодарю вас за лайки и репосты под нашими видео. Подписывайтесь на наш канал, распространяйте наши видео, помогайте нашему каналу, чем можете. А самая главная помощь будет от вас, если вы присоединитесь к практической классовой борьбе за торжество дела рабочего класса. Добрый день, дорогие друзья, зрители канала Ротфронт. В условиях затянувшегося кризиса мирового капитализма и откровенного тупика его российской периферийной модели, все большую значимость приобретают те средства массовой информации, которые не просто констатируют проблемы окружающего нас мира, но и пытаются объяснить их природу. А самое главное – дать трудящимся ответ на вопрос, как же изменить свою жизнь к лучшему. Канал «Ротфронт» существует для того, чтобы способствовать политическому просвещению трудящихся, способствовать их организованной и солидарной борьбе за свои права. Я благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказываете каналу, и призываю вас становиться не только его зрителями, но и авторами. Огромное спасибо и тем, кто не имеет возможности помочь делом, но помогает финансово. Порой нет никакой другой возможности достать съемочное оборудование, кроме как банально купить. Ваши средства, которые вы заработали своим трудом и принесли нам, находят свое воплощение в этих камерах, объективах, лампах, микрофонах. Также спасибо и тем, кто нажимает банальные кнопочки подписаться, лайки, колокольчики, потому что это сильно помогает продвигать канал и видео в массы. Помогает донести людям нашу мысль, нашу с вами идею. Отдельное спасибо и тем, кто пишет комментарии под видео. Мы их все читаем, вопросы отдельно записываем и готовим на них ответы. Критику мы тоже изучаем, хоть и бывает она очень острой и порой в грубой форме. Но мы понимаем, что за эмоциональными всплесками скрывается неравнодушие людей к ситуации. Недавно мы перешли отметку в 25 тысяч подписчиков. По меркам YouTube это может показаться небольшая цифра. Но когда пытаешься представить всех этих людей перед собой, понимаешь, какая это огромная аудитория, и вы часть этой аудитории. Благодаря вам, вашим действиям, вашим донатам мы достигли этого результата. И мы не собираемся останавливаться. Чем больше аудитория канала, тем сильнее мы чувствуем груз ответственности за то, что мы делаем. И главное, если канал растет, если вы ставите лайки, распространяете видео, пишете комментарии, значит, мы видим, что для вас это важно и вам это интересно. А главное, мы получаем дополнительный стимул еще упорнее работать. Если вы хотите помочь всем нам, тем людям, что каждый день стоят у ворот заводских проходных, чтобы достучаться до рабочих, тем, кто монтирует ролики по несколько часов в день, операторам и репортерам, которые стараются, чтобы осветить события, тем, кто помогает написать красивый текст, то у вас есть две возможности. Приходите помочь делом, плечом к плечу с нами. Работы много, но она того стоит. Заполняйте анкету сторонника на сайте. Также я знаю, что среди вас есть много тех, кто хочет помочь финансово. У нас часто спрашивают, как это можно сделать, куда писать, с кем связаться. Мы выбрали для этого всем удобную площадку Patreon. В ней каждый может выбрать сумму, которую хочет отдать на общее дело, и способ. Например, месячная подписка или за каждое отдельное видео.
Привилегии для подписчиков мы не обещаем, но мы точно учтем ваши пожелания, на что пустить средства. Просто представьте себе, если хотя бы каждый десятый подписчик оформит минимальную подписку в $1, то есть примерно в 70 рублей, то для нас это уже будет больше 100 тысяч рублей в месяц. А этого хватит уже не только на оборудование, но и на поездки в разные города для общения с вами. Друзья, мы уже давно хотели записать это видео и, наконец, высказать вам свою благодарность. Спасибо вам за все. До свидания.